Ароматный наваристый рыбный супчик. Кто откажется? Я точно никогда. Для бульона голову, хребет и тишу закидываем вариться на среднем огне на полчаса. А филе режем на крупные порционные куски и пока в сторону. Произвольно рубаем лук-порей и морковь. На крупные дольки картофель и мелко томаты. И обжариваем сначала лук и морковь, как подрумянится, добавляем нарезанные помидоры и томатное пюре. Можно немного присолить. Как бульон приготовится, вынимаем из него суповой набор, вливаем треть бульона к овощам, пусть томятся на малом огне. В оставшемся бульоне варим картоху и за 5 минут до ее готовности пробиваем остальные овощи в блендере. Кстати, если на косточках было мясо, его тоже туда. Соединяем все вместе и даем этому побурлить еще 5 минут. Сейчас можно добавить морепродукты, у меня это мидии и, разумеется, рыбное филе. Домашняя еда может стать интересней, пробуй!